Здравствуйте! Магазины Farnax создавались исключительно ради того, чтобы у вас, дорогие друзья, была возможность сделать оптимальный выбор, подобрать для себя банную печь, отопительную печь, печь-камин, котел, да много чего еще. И сегодня мы делимся с вами своим опытом. Сегодня мы публикуем для вас результаты продаж печей-каминов за последний год. Это продукция, которую покупали такие же люди, как вы. Они перед этим долго мучились с выбором. Мы им помогли определиться и сейчас делимся этой информацией с вами. Ну, поехали! Как обычно, никаких рейтингов, никаких сравнений, но только достойные представители своего класса. И начнем мы с яркого представителя большой линейки печей каминов Бавария. Да, наши зрители уже знакомы с Баварией Оптима, у которой просто невероятно большой модельный ряд, но сегодня нас интересует модель Бавария 12. Это очень мощная печь-камин с большой топкой, с большой панорамной дверцей и мощностью 12 кВт. Топка печи футирована плитами из вермикулита. Это нужно для того, чтобы большая часть тепла шла через большую панорамную дверцу в комнату. Для чего? Для того, чтобы быстро прогреть помещение. Если вам нужна большая мощная печь, которая быстро прогреет помещение, Бавария 12 – оптимальный выбор. Один из самых удачных вариантов установки камина в доме – это угол самой большой комнаты. Поэтому модель Везувий ПК-01 – одна из самых востребованных среди наших покупателей. Камин компактный, угловой, поэтому видно пламя будет со всех сторон. Ну и у него довольно интересная, хоть и простая, и мощная топка. Камин способен отопить помещение до 150 кубических метров. Также в нем реализован режим длительного горения, но нельзя забывать о том, что любая печь, работающая в режиме длительного горения, будет работать качественно только на сухих дровах. Самая компактная печь из нашего обзора – Statica Tetra Mini. Это младшая печь из большой линейки семейства Static. Компания TMF славится своими отопительными печами, на разработку которых она тратит очень много ресурсов и средств. И в результате появляются подобные печи. Что же такого необычного в этой печи? В вертикальном корпусе довольно скромных размеров скрыта небольшая, но очень мощная топка. Эта печь может протопить помещение до 100 кубических метров. И при этом ее также можно перевести в режим длительного горения, и она в течение определенного времени будет поддерживать тепло в помещении. И сейчас переходим от самой маленькой печи нашего обзора к самой большой. Сибирь-12 – прямая противоположность миниатюрной статики мини. Печь массой 160 кг, обладает очень мощной топкой, в которую входит очень много дров, который при горении выделяет огромное количество тепла, которое выходит в виде конвекционных потоков и в виде мощного инфракрасного излучения через большую панорамную дверцу с тройным остеклением. Печь способна отапливать помещение до 300 кубических метров. Просто вдумайтесь в эти цифры. Ну и в мощной топке этой печи установлены специальные каналы-дожигатели, которые делают работу печи камина Сибирь-12 еще более эффективной. Ну и, как вы можете судить по названию, печь также изготавливается у нас в Новосибирске. Все печи из нашего обзора сделаны у нас в России, а вот последний участник нашего топ-5 приехал к нам из Польши. В Восточной Европе любят давать необычные имена, и вот перед нами печь под названием «Коза» или «Коза». Модель К9 – яркий представитель большого семейства чугунных печей «Коза». Она небольшая, но широкая, приземистая, установлена на небольших красивых ножках. Эта печь отличается не только форм-фактором, но и материалом, из которого изготовлена. У «Козы» нет, к сожалению, функции длительного горения, но то, что она изготовлена из чугуна и масса печи 160 кг, позволяет ей аккумулировать тепло и довольно длительное время отдавать его в комнату. Печь явно спроектирована с умом. У нее двойные стенки для того, чтобы внешние стенки не были очень горячими, ну и чтобы увеличить ресурс самой печи. Помимо великолепной пятерки, которую мы только что рассмотрели, у нас есть кандидат на включение в этот короткий список. Это печи семейства Эверест, новые отечественные печи, которые появились в этом году. Про них мы делали обзор, и мы уверены, что на следующий год они станут настоящими хитами. Вот так.
5 позиций от различных производителей, абсолютно не похожи друг на друга. И это лишь малая часть того, что представлено в магазинах Farnax. Я уверен, что опираясь на наш опыт, вы сможете подобрать для себя оптимальный вариант. Ну и ждем вас в магазинах Farnax на сайте farnax.ru. Обязательно обращайтесь за помощью. Также заглядывайте почаще в наши социальные сети, так как там вы тоже сможете задать нам вопрос и получить на него ответ. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. До новых обзоров. Счастливо!